добрый, уважаемый зритель! День добрый! С вами снова Жуков Владимир и канал «Мир своими глазами». Ну что ж, решил выбраться на охоту. На охоту с рыбалкой покончили, закончили. Рыбки много поймали, наловились, поймали адреналин. Но теперь выбрался чисто на охоту. Никаких удочек, никакого соблазна на рыбалку. Итак, ребята, мы с вами находимся на речке Юньяга. Где-то еще здесь озера есть. Ну, постараемся найти вот такое местечко. Красивенькое, много бугров. Ну что ж, будем искать дичь. Будем искать утку, зайца, куропатку. Все уже разрешено по путевке стрелять. А, да, ну еще и гуся. Гусятку надо. Гусятку надо как-то повстречать. Но что-то не везет. Гусь хитрый сейчас. Не знаю, конечно. Возле города недалеко это. И будет он пролетать вообще, но надежда умирает последней. Будем смотреть. Ветер сегодня южный, ребята. Так что, в принципе, на руку. Получается, с подветренной стороны. С одной стороны, с другой стороны. Не слышно звуков будет кряканье. Ну да ладно, определимся. Ничего страшного. Гусь хитрец, он сейчас сидит на буграх, на полянах, на открытых. Набирает массу. Кушает ягодки. В этом году, благо, их много. А потом вечером... Сколько брусники? Сколько брусники? Ну, а потом вечером на речку садиться. Надо же попить. А там, в принципе, до утра тусуется. А потом опять. И так до бесконечности. Так, ну что там у нас на берегу? Движения не вижу. Никакого. Вот такая Юньяга. Ну, хоризонт тут бывает, конечно, но слишком уж она длинная. Нет, никакого соблазна. Все, с рыбалкой покончено, ребята. Перекатики неплохие. Так, ну ладно. Мы на охоте. Каркают. О, гуси, далеко, блин. Далеко, блин. Ёлки-палки. Ну надо же. Так, посмотрим. Куда они там пойдут? Ветер тяжело идти. Сидят, гусятки сидят. Пошли, пошли. Далеко пойдут. Так, ну ладно, будем искать дальше. Всем пока-пока. До встречи.